И всем хочу вам показать сведение Ринкостилиса гигантея на три цветоноса. Вот такой вот один цветонос. Такие очень красивые цветы у него. Просто превосходная расцветка. Они переливаются на солнце. И так же само вот. Такие тоже у него красивые цветочки. Ждал, пока полностью он распустится. Вот такая вот красота. На этой стороне он цветет с двух цветоносов. Вот один цветонос его. Вот второй цветонос. Вот. Тут вот второй цветонос. То есть он выпустил с нижнего листа один цветонос, так же самое вот второй цветонос, вот один, вот такой вот цветонос огромнейший, ждал, пока полностью распустятся все цветы, но еще есть один бутончик, который не распустился, так же самое вот снизу еще один цветонос, вот такая вот красота. Это Ринкостилис гигантея. И вот еще один цветонос. Вот такая вот красотища. На самого низа. Смотрите, какая красота. Аромат стоит превосходный. Цветы просто переливаются. Ну и сам он по себе тоже вот такой вот размер его большой. Разложистые листья упругие. Посаженный он у меня мелкую со средней кору с добавлением древесного угля, обычного для гриля. И вот такая влажность у него в горшке. И если такой влажности не будет, это мои такие наблюдения за 2 года, то такого обильного цветения и раскрывания всех цветов тяжело получить при моей влажности в теплице до 80 градусов минимум, что падает. Как я понял из наблюдения, эта орхидея нуждается более в таком влажном условии содержания. Потому что не будет обильного такого цветения, как оно есть на данный момент. В следующих видео я также сам вам покажу другие ринкостилисы, которые у меня есть в коллекциях, которые посажены в другую систему посадки, и в керамику, и в корзинки решетчатые. Но такого цветения, это тяжело увидеть и достичь такого цветения. Этот ринкостилис ко мне пришел очень плохой корневой, с открытой корневой ко мне пришел. За 2 года он нарастил вот такие вот корни. Вот такие интересные корни у него. Полный горшок. То, что мох сверху, это, в принципе, ничего такого страшного в этом я не вижу. Главное, я вижу то, что как мы все ожидаем от наших орхидей и от цветов, это обильное цветение. Вот такая вот красота. Всем спасибо за внимание, всем хорошего настроения и до новых встреч.